Здорово! Сегодня я только с рыбалки и нарыбачил вам таких угарных видосов, что на отличный орный бульон будет. Ну или на крепкую такую смачную 100-500-ную ушицу. Погнали! К этому выпуску Макс нарыбачил поросенка Васю, страшного лютозверя, глобальную пенную катастрофу, жестчайшую газовую атаку и захватил с собой тяжелую пищу и быстрый перекус. Вы знаете, бывает, как в сортир припрет, аж стены рушатся. И если до заветного нужника еще далеко, самое главное — найти в себе силы на второе дыхание. Газовая атака. Сначала может показаться, что это бесстыжий ишак. Но милый ослик, не сумевший удержать в себе невинный пук, не может быть бесстыжим ишаком. Классный. Пахнет. Вкусно. Да и вообще, такая спешка может быть вызвана наличием крайне важных дел. Так что прозвучавший бас можно смело квалифицировать как запланированное ускорение. Дай-ка скуй по-русски. Я понимаю восхищение туристов, ведь не каждый день посчастливится наблюдать такие фокусы. Но вот услышать истинного мастера удостоится только избранные. Нет. Я сказал истинного мастера. Рыбалка — это в первую очередь спортивный интерес. И совсем не важно, сколько ты там поймал, главное — поймать. Тяжелая пища. Ну, вот вам и вся суть китайской сетки. Да, походу уха сегодня отменяется. Это край вообще вилы. Рыбакам-то на самом деле вообще по кайфу. Этот незапланированный побег все-таки удался на все 100%. Полностью согласен. Благодаря этому фейлу у них сегодня на вечер стандартное меню. Как всегда, по старинке будут хавать тараканов. Она идет куда хочет, куда и надо. Это, конечно, не побег из Шоушенка, но смылись они, сука, все-таки в прямом смысле этого слова. Не получилось, не фартануло. Да и в целом, я уверен, все эти рыбехи в момент разрыва сетки словили дикий кайф. Я свободен! Короче, по итогу ужин уплыл прямо из-под носа, и счет в пользу Плавниковых 1-0. Ладно, короче, давайте заканчивать уже с этими рыбными операми, так что... Камеру вырубай! Если вы присматриваете себе новенький внедорожник, то не спешите ехать в автосалон. Я нашел для вас отличный подержанный вариант, который даст фору любой иномарочке. ЗИЛ на продажу. Вот, ребят, продам. Ну, как бы вездеход. Тут единственное, вот. Фару поменять надо. И все. А так, смотри, в хорошем состоянии. Резина новая. Вообще запаска. Запаска здесь вообще в идеале, смотрите. So. Ну, если что, пишите номер, знаете. Хороший. Можно хоть за грибами съездить, хоть соседнюю деревню захватить. Предложение более чем достойное. А вы что думаете? Я такая же. Ну и что, что фара разбита? Вообще, эту запаску в идеальном состоянии-то видели? Да вы скорее асфальт сотрете, чем эту резину. Даже в Майбахе нет такого. Разборки с шумными соседями можете навсегда оставить в прошлом. Зная, какой адский шайтан стоит у вас на заднем дворе, соседи будут вести себя как шелковые. Напни, я тяпну, сука. И даже не спрашивайте причину продажи. Если он решил от него избавиться, значит, в его коллекции это не последний экземпляр. Подарили дедушке шуруповерт. Пожимаем плоды. И еще один неоспоримый плюс данного внедорожника заключается в том, что у вас даже на эту штуку никто права и не спросит. Приобретая такого красавца, вы автоматически получаете все категории. Все. Спецтехника можно. А сейчас внимание. Если ваше имя Вася и вам завтра на работу, то прикройте уши вот так вот, буквально на 10 секундочек. Иначе следующее видео может спровоцировать вас на необдуманные поступки. Поросенок Вася. Вася! Вася! Пиво будешь? Вася, пиво будешь? Вася! На белка! А то мы пьем, Вася! Светка, ё-моё! На белка! А сухариков, Вася! Сейчас принесу. На белка, сейчас сухарей принесу. Сухарей. Давай, белка.
Да, вот это Ваську фартануло. Походу, это какая-то специальная ферма, куда попадают только самые лучшие хрюндели. Наша свинина растет в идеальных условиях. Эй, а сухариков, Вася? Ну, либо у мужиков на ферме выдалось, ну, просто охренительнейшее настроение. Сперва рогатой соседке перепало. Корова, иди сюда. Иди сюда. На пиво. Ну, а затем и нашему свинчику ништячок обломился. Вася, пиво будешь? Вася! Естественно. Правда, какой-то уж больно подозрительный подгон. Походу, эти хитрецы решили Василия изнутри как следует замариновать. Ну, а затем пригласить его к праздничному столу. Убегай, Сабир! Убегай! Но, видимо, все же переборщили с дозировкой. Потому как для свиньи полкружки пива это... Как любому... Ну, человеку со стакана водки. Ну, вкусно. Так что минуты так через 5 или 10 пикничок придется экстренно прерывать и эвакуироваться подальше со двора. Потому как сильный градус может превратить этого пятачка в реальную угрозу всему живому. Что с тобой, Вася? Ты что гонишь? Что ты делаешь? Настоящий мужик способен одолеть любого зверя. Ну а если зверь особо лютый, то тут и друзей позвать не зазорно. Хрен ли тут поделаешь. Люто зверь. Да, нормально они от одного Микки Мауса всей пати пересрали. У меня аж уши заложило нахрен. Страшно, сука! Сперва я был уверен, что это оператор, что сапсёру так визжит. Но после детального пересмотра я начал сильно в этом сомневаться. Yo, what the fuck? При всем при этом эти альфа-самцы еще и лопату умудрились просрать. Где лопата? Я не знаю. Я как бы не хочу храбриться и уверять, что на их месте поступил бы иначе. Но это ж гребаная крыса. Ну, ты еще разок что-нибудь потяжелее и все. Даже курица разобралась бы. В общем, не знаю, оправились ли ребята от пережитого стресса. Но вот с крысой наверняка все в полном порядке. Ну, до поры до времени. Солнечные ванны — это не какое-то абстрактное выражение из телепередач про магию рептилий. Это реально рабочая тема, и чувак из следующего видео ей пи***ка хорошо овладел. Избранный слоумо. Мне даже ничего не надо говорить, здесь все уже сказано. Нео в деле. Мужика вштырило. Да он как будто воспаряет от блаженства высшей степени. Смотри, как вот, ой, боже ты мой, какой экстаз ты у тебя получается. Такое ощущение, что этот Нео последний взнос по ипотеке в банк отправил. И теперь, как и полагается, наслаждается собой. Я свободен! Ну или несколько минут назад с ним приключилось что-то, ну прям очень хорошее. Никита, я люблю тебя. Милая моя. Солнышко лесное. Странно только, что оператор не подошел и не помог. Видно же, что чувак перебарщивает со своими акробатическими навыками и остро нуждается в поддержке. Жесть. Смотри, сейчас прикол будет, смотри. Оп. В общем, не знаю, удалось ли этому избранному установить связь с космосом, но лучше бы ему перестать нарушать законы гравитации и проспаться как следует. Иначе он рискует закончить как-то вот так. Все когда-нибудь случается в первый раз. Но, к сожалению, этот первый раз далеко не всегда получается удачным. Пенная катастрофа. Ну вот, начало съемки. Это я пеню. Говорил же, Лен, не умею, ни разу не пробовал. Ну, ты... Нет, давай. Все прочитал по инструкции. Все, потолок. Стены, двери, диван, стулья. Все запенил. Только дверь не запенил. Сам себя запенил. Все так... Не, ну мужик, конечно, красавчик вообще. Это ж надо так грамотно свою рукожопие на жену переложить, которой, судя по всему, даже дома не было. Не умею, ни разу не пробовал. Ну... Нет, давай. Я не заслуживаю такого отношения к себе. Да и что там у него вообще произойти могло? Бегал с баллоном, как с огнетушителем? Или повторил подвиг вот этого джентльмена?
Еще ведь прикрывается своей повышенной грамотностью. Все прочитал по инструкции. Тексты пишите нормально, пишите какую-то. Хотя на самом деле я приблизительно понимаю, какие у него мысли в голове вертятся. Сука, дебил. Честно говоря, с такой удачей мужику лучше вообще ничем по хозяйству в доме не заниматься. Особенно на кухне. Жарит яичницу не на сковородке, а просто на печке горение. Не умею, ни разу не пробовал. Тем более двери в приличном обществе запенивать не принято. Для этого другое действие предусмотрено, знаете ли. Дверь не запили, запилю сейчас обратно. Давай запиливай. Вас когда-нибудь переполняло чувство радости настолько сильно, что вы не могли себя контролировать? Да даже если и не переполняло, с этим пацаном вам тягаться все равно не под силу. Рыба в шоке. Давай. Денис, давай, поднимай. Я поймал! Наконец-то! Тихо. Наконец-то я поймал его! Мама, держи! Наконец-то! Да, сука! Поймал торпо! Отойди, давай оттащим. Да, бедная рыба явно не была готова к такому эмоциональному финалу своей жизни. Парень чуть в штаны не напрудил от радости своего триумфа. Об этом великом улове теперь долго байки будут по деревне ходить. Потомкам теперь неоднократно предстоит выслушать историю, как он выловил огромного монстра и... Знаете, легко она ему досталась. Ему даже не понадобилось несколько часов на морозе бухать и лунку сверлить. Зато на вечер появилась непростая работенка, ибо такой жирный карп заслуживает, чтобы его приготовили по особенному рецепту. Когда угли горят, нужно немножко посыпать красной и черной икрой. Знаете, быстрые перекусы во время работы очень плохо сказываются на работе желудка. Тяжесть в животе, несварение. Но что делать, когда на полноценный обед попросту не хватает времени? Итак, ответ в следующем видео. Быстрый перекус. Да, вот это я понимаю фастфуд. Да его молниеносной ротовой ловкости. Позавидовая, любое животное просто умрет от зависти. И поиграл, и поел. Но что-то мне подсказывает, несвоевременное обжорство может сыграть очень злую шутку во время опасного момента. Вполне возможно, что тренировки настолько плотные, что у типка даже нету времени днюху отпраздновать. Вот он и выкраивает для нее время. Поздравляем! Счастья, радости тебе желаем! Как по мне, мамаша зря так чрезмерно опекает своего футболиста. Ведь большие успехи куются только в изнурительных тренировках на голодный желудок. Никаких бутербродов, никаких бананов, никаких апельсинов. Если бы бульонный кубик имел свой голос, то его лебединая песня звучала бы вот так. Адский петух. His favorite is a breed called the Koyoshi. It makes a sound unlike any other rooster in the world. Это было самое грустное, что мне когда-либо доводилось слышать. Походу, у этого Каёша тяжелейшая форма депрессухи. Они его, на конкурс талантов отправили. Как вы провели это лето? Реально, у меня аж слезы на глазах наворачиваются, глядя на него. Что если этому клевожору какую-то неприятную новость накануне сообщили, которую он слишком близко к сердцу воспринял? Петя умер. Все, Петя умер. Да и вообще, это как-то не смахивает на уникальный талант, а скорее напоминает последствия черепно-мозговой травмы. Или пернатый тупо не выспался. По причине того, что этот шайтан в кепке решил как-то по-особенному пожелать своему питомцу доброе утро. В общем, вывод тут может быть один. Старайтесь лучше заботиться о своих грустных петушках. И не жлобитесь устраивать для них праздничные дни. Так сказать, для поднятия настроения. Вот большой петуха, у него сегодня 2 года. Вот все торт купили. Это самое, отмечаем сегодня все радостные такие. Уснуть первым на вписке идеи не из лучших. А уж если поблизости обитает вот такой зверь, то шансы сохранить свою невинность до утра практически отсутствуют. Мопс и пьяная баба. Деми,
Tony, get on that one. We'll need to work. Хрена он ей там пяточку щекочет. Видать, приспичило во двор выйти пасать. Вот он пытается разбудить хозяйку всеми доступными ему способами. Поднимайся. Быстро. Правда, выглядит все это как тот еще харассмент. Хорошо, хоть у дамы есть хорошие друзья, которые ее обязательно выручат из столь зловещей ситуации. Я это все сделал. В любом случае, все окей. Она же в колготках, а значит, все предельно безопасно. Хотя предъявить мохнатому все равно есть за что. По всем признакам ты пес. С другой стороны, но не до конца же своих дней собакину в кулачок играть. К тому же, наверняка в его воображении все чуточку иначе выглядело. Мужчина-волк, одинокий. В общем, у блохастого был шанс, и он им воспользовался. И теперь наверняка как сильно собой доволен. Хоп, давай-давай, хоп, давай-давай, хоп. Давай-давай, двигай телом, отдыхай! Наверное, нет в мире людей, которые не любят подвергать свою тушку экстремальным впечатлениям в виде аттракционов или тому подобного. Но вот этот чел подошел к данному вопросу максимально изобретательно. Сила любопытства. Holy shit, Kevin, you're fucking... Ой, бог! Зачем? Зачем? Неужели чуваку так сильно метку захотелось, что он решил превратить свое тело в полигон для тестирования пчелиного яда? No! Или он не знал, чем закончится удар по гребаному улью? Откуда здесь пчелы-то, в рот? Нет, погодите, я все же хочу разобраться. То есть чувак мирно греб себе по речке, вдруг увидел пчелиный улей и подумал... Да почему бы и нет? Я тебя сломаю, придурок. Ладно, в таком случае о его психическом здоровье мы уже все поняли. Но почему угорающий оператор не подумал, что весь этот перепончатокрылый пи***ц до него доберется? Сука, дебил. В общем, не знаю, удалось ли ребяткам выполнить все пункты своего садомазотуристического маршрута, но я уверен, впечатлений им теперь не на один день хватит. Ремонт ванны – штука сложная и требует хорошего глазомера и выдержки. Ну и крепких нервов, чтобы потом все это за видео свидетельствовать и выложить в инет. Простая гениальность! Идеально! Ни одной капельки в раковину, она так и осталась сухой. Вот прям чувствуется, как чувак гордится своей исключительной работой. Чего не скажешь о соседях, которые уже, небось, задолбались ведра подставлять. Дай ведра! Что, дебил? Дай ведра! Не, ну я, конечно, понимаю, что подобный монтаж раковин сейчас последний писк моды. Но сдается мне, что все изначально чуточку иначе планировалось. Хотя этот рукожоп наверняка уже нашел себе отмазку. Говорил же, Лен, не умею я, не умею, ни разу не пробовал. Ладно, не буду его обижать. Как минимум с туалетом чувак уже заборол одну проблему. Ладно, и так сойдет. Так что и здесь справится. Просто смеситель поменяет, а делов-то. Ну, а если и это не поможет, то снимет его и будь что будет. Самое главное в дне рождения – это его пережить. И вот у этого парня, прямо скажем, этот пунктик удался с большой натяжкой. Подгон на день рождения. Ох ты ж, нихрена она его приложила! Именинник наверняка даже забыл, сколько ему годков-то исполняется. С днем рождения, Саня! Успехов тебе и счастья! Выключай! Хорошо, хоть на этом все закончилось, и никто ему в бочину с ноги не прописал. Хотя, кто знает, видос оборвался на самом интересном. Может, это вовсе не торжество, а фамильный съезд местных якудза. Где деньги, Лебовски? Мы пришли за деньгами, Лебовски. Парнейший, кстати, еще молодца. Ведь если бы он голову вовремя не увел, то вот эти две свечи вонзились бы ему в глаза. И тогда бы ему точно удалось. Торт раскрыть в самом существе, в самом настоящем празднице. Но самое кайфовое в этом видосе, это, конечно же, реакция этой карательницы.
ситуации. Просто посмотрите на выражение ее довольных щей. Тут и страх, что ей сейчас в отместку прилетит, и радость от того, насколько сильно она ему... Так приятно! В общем, надеюсь, парень успел загадать желание. Потому как после подобного оно стопудово сбудется. Я хочу, чтобы ты ломал мне. Ну что ж, дамы и господа, спасибо вам большое за просмотр. Впереди вас ждет охренительный музыкальный номер. Это был Плюс 100-500. Меня зовут Максим. Пока! Да,